Жизнерадостная и активная Ольга Шумлянцева очень ждет, когда в их микрорайоне Барыбино, что находится в Домодедово, будет построена новая школа. Старенькая училась еще сама. Сейчас детям не хватает помещений, и они занимаются в две смены. Строительство нового образовательного учреждения постоянно переносится. На прием пришла с просьбой ускорить процесс. У нас идет сейчас застройка. Застройка коттеджных поселков. Детей прибавится. Очень это необходимо нам, чтобы школу начали строить. Жители приходят в общественную приемную партию не только со своей личной проблемой. Общественников волнует дальнейшая судьба местных культурных учреждений, что находятся в запустении. Владимир Редькин рассказал секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Брынцалову об острой необходимости капитального ремонта сельского дома культуры в бывшем военном городке. Проектно-сметная документация готова. Можно в любое время уже отыграть и отремонтировать здание при наличии возможностей. Президент Всероссийского общества гемофилии Татьяна Васюрина обратилась с просьбой выделить благотворительные билеты в парк «Остров мечты» и оказать помощь в организации оздоровительного отдыха детей-инвалидов. Очень маленькое количество выделяется путевочек на летний период. А рекомендация гематологов рекомендована летний период, так как море очень помогает. Все предложения поступят в работу профильных министерств и комиссий регионального правительства. Запросы жителей будут взяты на контроль и отработаны. Ко мне обратились люди по разному перечню вопросов. Строительство социальных объектов на территории Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, связанные с нашей культурой, образованием, здравоохранением. Ну и, конечно, мы будем помогать и искать возможности решения. Как заверил секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов, за два десятка лет партии пройден большой путь. Но еще многое предстоит сделать. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.